Подарок юным художникам. В Валуйках после капитального ремонта открылась детская художественная школа имени Виктора Григорова. В стенах здания вековой постройки обучаются около 200 учащихся. За время существования школы, вот за 28 лет, в здании ни разу не было капитального ремонта. Школа, конечно, изменилась кардинально. Порядка 4 миллионов рублей потрачено на ремонт школы. Еще на миллион закупят новое оборудование для 5 учебных классов. Все так необычно, все так все по-новому. Такое ощущение, будто это какой-то дворец. Впечатления волшебные. Я просто не узнаю свою художку, которой она была, как совершенно другое помещение. Пространство стало больше. Реконструкция повлияет на качество обучения, говорят педагоги, ведь в эстетически оформленных кабинетах проще прививать любовь к прекрасному.